Указом президента Татарстана министром культуры сегодня назначена Ирада Аюпова. До этого дня она занимала должность председателя Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу. Минздрав России предложил штрафовать производителей жизненно важных лекарств, если те завысят цены на препараты. Штрафовать предлагают должностных лиц на сумму в 40-50 тысяч рублей, юридических в двукратном размере излишне полученной выручки. В Казани определили пляжи и места летнего отдыха. Это пляж Локомотив, Нижнее Заречье, Комсомольский, озеро Глубокое, Изумрудное, Лебяжье, а также берег озера в Парке Победы.